добрый вечер, дорогие друзья. Андрей Молочный. Антон Лирник. Давайте Венесехова. И... нужны некоторые вспомогательные предметы. Для начала нам нужен стул. Стул. И вот может у кого-то в зале есть какой-нибудь вот такой продолговатый предмет, там в виде карандаша, ручки какой вот, что-нибудь любой. Дайте, мы вернем. Да. Такой небольшой. Мне в рот просто надо взять его и... Не, ну Андрей. Серьезно. Ну есть, есть, нет ни у кого, вообще ничего. Ручку. Какую? Ручку, карандаш, любой. Вот, 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 давайте. Вот, ищет. Интересно, какой там будет продолговатый предмет. Так, давайте. Такие ручки. О, ручка, спасибо, все, такие ручки. Все, спасибо. Я объявляю. Давай. Номер очень, очень простой. Называется «Сказка про царевну лягушку. Наша версия». Здрасте. Извините, это болото? Можно я заберу стрелу? Я, ну, пожалуйста. Ну, я не по своей вине. Ну, папа сказал, говорит, тебе 35 лет, давай стреляй уже стрелой, куда пойдет, там будет твоя невеста. Ну, это я. Ну, вы жаба. Молодой человек. Я вижу, у вас тоже не все в порядке, если вы в 35 лет невесту на болоте ищете. Так, целуй меня, я превращусь в красавицу. Давай, целуй, целуй. Ага, все так говорят, ага. Да. Целуй, что ты ссышь? Даже если я вру, губы вытришь и все, давай, целуй, давай. А бородавки пойдут? Это Гонева, давай, целуй, целуй, давай. Не, там в книжке была нарисована такая красивая лягушка, такая у нее золотая коронка была. Вот золотая коронка, все, целуй, давай. Слушай... Давай, 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 давай. А можно я перестрельну? А нельзя, мы... нельзя, нельзя. Давай, целуй, давай. А можно всех жаб посмотреть? Я выберу. Молодой человек, это вы по молодости перебираете. А потом поймете, что все женщины одинаковые. За красавицей глаз да глаз нужен. А жабы, между прочим, по хозяйству лучше. Иван. Елена. Блин. Целуй, давай, давай, Ванечка, давай, давай, да давай. Да нет, давайте хоть пообщаемся, хоть я узнаю, как у вас с вами такое произошло вообще. Ну вообще у женщин о прошлом спрашивать некорректно. Ну ты мне нравишься, я тебе расскажу. Короче, работала я на химзаводе. Ну вот. Ну лето было, жара, химзащиту было лень надевать. Ну так все пошло и поехало. Светке больше повезло. Она ударилась озимо, обернулась белой горлицей. Целуй, давай. Ой, ой, не дам. Давай, целуй, 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 давай, давай. Ну, давайте еще поговорим, а чем вы увлекаетесь? Гербарий собираю, на форумах вешу. Чем я могу увлекаться на болоте? Давай, целуй, давай, Ванечка, давай, давай. У меня еще не было ни разу жаб, я не знаю. Давай, расслабься, просто и получай удовольствие. Да, давай, ну, давай. Нет, ну мне неловко как-то. Давай, это, давай. Это зоофилия какая-то получается. Давай, давай, отбрось эти американизмы. На Руси этим занимались испокон веков. Мне давай. Неудобно. Я... Давай, 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 целуй, я возбудилась в пупырышках. Давай, давай. А вдруг не получится? Ну не получится, превратись в жабу, просто развлечемся. Давай, давай, давай. Давай, целуй. Ну-ну-ну-ну, давай, давай, Иван, давай. Так, ладно, блин, давай превращайся. Ну что ты, все нормально, что ты, процесс пошел, все нормально, да? Как это пошел? Ну все, я начала мутировать, через 15 лет буду офигенная телочка, все. Ну я хочу быстро, как в сказке, чтобы брррр, какая сказка, 21 век, люди в космос летают. Ну хочешь быстрее, давай, 7 пластических операций, сделаем силиконовые сиськи, попочку, все, я твоя. Ага, нет, ты знаешь, иди ты к черту, жаба. Иван, Иван, постой, что, попользовался и бросил? Все вы мужчины одинаковые. Огромное спасибо. Большое спасибо, Андрей Молочный. Антон Лирник. Это имени Чехова. Спасибо.